В самом деле все предусмотрено. Да уж. Прачечная наверху, я обводил ее много лет. Туда еженедельно завозят кучу химикатов, моющие средства и все такое. В этом нет ничего подозрительного. И мои сотрудники, будьте уверены, хорошо подготовлены и надежны. Система фильтрации сделана по последнему слову техники. Она выпускает чистый воздух. Без запаха, прям как прачечная. И по трубам, которые не отличаются от остальных. Мне нужно 200 фунтов в неделю, чтобы это было экономически выгодно. Конечно, вы можете выбирать удобный для вас график работы. Главное, вырабатывать нужное количество. Извините. Ответ все еще нет. Я принял серию очень плохих решений. И я не могу принять еще одно такое. Почему вы приняли эти решения? Ради блага моей семьи. В таком случае эти решения не были плохими. Что должен делать мужчина, Уолтер? Мужчина должен содержать свою семью. Это стоило мне моей семьи. Если у тебя есть дети, значит, у тебя есть семья. Они всегда будут твоим приоритетом, твоей ответственностью. А мужчина должен обеспечивать семью. И он делает это, даже если его не ценят. Не уважают. И даже если не любят. Он несет свой груз. И он делает это. Потому что он мужчина.